Суд затеяла сама мэрия. А все потому, что жильцы не хотят переезжать из аварийного дома в центре Владимира. Дело в том, что вариант чиновники предложили только один – на отшибе. Ехать в Орктруд молодая семья с двумя маленькими детьми не хочет. Орктруд находится даже дальше, чем Боголюбово. И непонятно вообще, по каким причинам и по какой логике присоединен к городу Владимир, является Фрунзенским районом. При том, что мы мерили, у нас получается по картам 19 километров от города. Дети получают образование. То есть старший ходит в школу, младший ходит в садик в пределах этого района. Муж, мой супруг, работает в районе микрорайона Семязино. От Семязино до Орктруда 30 километров, в обе стороны 60. Ну, это как бы, я считаю, это и время, и огромные затраты. Нина уверена, что переезд в отдаленный район ни к чему хорошему не приведет. Качество жизни не улучшится, и к тому же появятся риски для здоровья бабушки, которая живет в этой семье. Моя мама, она инвалид третьей группы, недавно перенесла инсульт. И есть настоятельная рекомендация от лечащего врача, задокументированная, что ей нужно наблюдаться только в условиях 4-й поликлиники. Дом в Орктруде – единственный вариант переселения, продолжают настаивать представители мэрии. На суде она запрещает себя снимать, поэтому в нашем распоряжении только аудиозапись. Сейчас мы можем предоставить только данное жилое помещение. Свободное, которое полностью соответствует всем санитарно-техническим требованиям. По недостаткам каких-то конструктивных элементов обращений не было. Если какие-то поступают обращения, по текущей эксплуатации они устраняются в установленном порядке. У ответчицы другая информация, полученная от бывшей соседки. Наша соседка, недавно, которая приватизировала эту квартиру, она сейчас на данный момент ее продает. При продаже квартиры, это было в июне, когда дожди были сильные, покупатель пришел, а там полностью сдутые полы на первом этаже. Теперь Нине Валентир предстоит доказать слова соседки о том, что предполагаемое жилье не соответствует нормам. В этом непростом деле должна помочь техническая экспертиза квартиры в Орктруде. Семья Нины Валентир проведет ее за свой счет. Александра Маркина и Евгений Адамов.